разница? Конечно, мы можем ошибаться, но данный истребитель очень похож на знаменитый F-22 Raptor, а это значит, на нем была установлена 20-мм пушка M-60A2 Vulcan, которая не только не нанесла урон, но еще и уступила в калибре вертолетному пулемету из «Невероятного Халка». Если предположить, что данный вертолет в фильме является знаменитым Апачем, который на 2021 год считается самым распространенным ударным вертолетом в мире, то спину Халка почесали 30-мм пушкой под названием M230 Chain Gun, которая способна выдавать до 625 выстрелов в минуту.